телеканал Андайки Четхан Автанан Эсаса Дисилерне Хаберлер Авта информацион Талиль программа Сые Кунькече. Селям алейкум, урметли серджилер, студия Дамен Фатиме Сидаметова Чалышам, Шымдейси Автанан Эсаса Дисилерне Кечемас. Назар денос флотилиядан уч броникатер азах денос день кечеп керечке келделер кырым купюры яхшы корчалана. Оно эрбір тарафтан каравулы айлер. Бунын себебі де бар. Кумшыларның эпсі бойле бойык инша тікленгеніне куванмайлер. Киев бұрқач кере купюрны иқармыз деп қорқуза айды. Ама бізді мұхберымызның айтқанына көре купюрде болынмақ бұтын лейхавсыз. Тавсилятлар лейхамызда. Здравствуйте. Вы подъезжаете к Крымскому мосту, в данный момент находитесь на пункте досмотра. Просьба подъехать к стоп-линии и пройти досмотр. Это много времени не занимает. Счастливого пути. Бу 19 километр. Бүгін мемлекетімізде НЗД қаравуланған сайла. Бахув пунктлар Керич Боғазының екі тарафында да ерліші. Бұле Тұшкүрівну Қырым көпірінде кечкен арабаларының арасында R10-сыны машина кече. На Крымском мосту была. Меры безопасности положительно отношусь к ним. Все хорошо. Дорога быстрая. Дорога быстрая. Бұйук дихат четель номераларға. Тонировка етелген пенчерелерге веғайрыдан зияде юкленген машиналарға айрыла. Бұндан ғайры эрбір тарафтан көпірну Росгвардия хадимерді полислер, мақсус хызметлер ве атта далычылар харовуллайлар. Ама бұле дихат ақта эпіса айдавчылар білмейлер. Регламентом предусмотрена остановка транспортных средств, высадка пассажиров, значит, проход их через рамки металлоискателей. Если все в порядке, то транспорт далее следует в сторону Крымского моста для перехода на сторону Тамани. Тек Крым көпірінде дегіл, оның түбінде де трафик жанлана. Бұ деніз мангусты, эрбір бұзу жинны тоқтатыр. Сыныржылар или катер, геже күндус акваторияны қорчалай. Крым көпірінің кемерлері түбінде кечмектен әвел эрбір гемі мытлаққа тешкірілі. Внимание очень большое к Крымскому мосту, ввиду того, что очень интенсивное движение, как со стороны Черного, так и со стороны Азовского моря. Если сравнить оживленное шоссе, корабли и суда следуют, торговые суда следуют со многих стран. Бұйдарей ету в меркезге көпірде, оның түбінде ве янында олайтхан R6 ақта малюмат келе. Мында R1 вазетке азырлар. 10 күн девамында атта бір хачкере машиналар тахлие етілді. Бұ айдавчыларының машина бақында яхарлық етішмегені себебінден. С данного центра управления можно осуществлять контроль также за любыми перемещениями, продольными, поперечными, арки, установлены там шок-трансмиттеры. Вот любые датчики отслеживают все нагрузки, поступающие на пролетное строение. Вот, также мониторинг метеообстановки осуществляется. Скорость ветра, температура окружающего воздуха. Ачылғандан соң 10 күн девамында Қырым көпірінден 125 бин араба кечті. Энсі қалда сурат низамы бозула век кемерде тоқтавлар ола. Айдавчылар бұ ерде фоторесім чекмек үчін атта пара жазасыны төлемеге азырлар. Чоқысылар итираф әтелерге олар тек көпірні көрмек үчін бұ ерге келейлер. Дорога великолепная, ровная, шикарная. Ну, мы мечтали по ним проехать, ну, просто плакали, когда ехали. Это правда. Сегодня 10 лет, когда мостах, мы решили отметить сегодня здесь. Да. Хырымға ел хысхаджа, тезже, он айтлыджи вехавсыз олды. Ама курорт мевсимының хызгын деверінде ярымада елларында тарашлық олачақ. Вазиетны яны трассалар деніштермек кереклер Краснодар, Тамань ве Керич, Ахьяр. Оларны 2 елдан сон хырып битірмеге вады етелер. 4 елақлы елы кикурорт шерны айланып ерлешіджек. Бүтін ярымададан кечеджек Хырым көпірінден Ахьярның Энғарби ноқтасына қадар тек уч сад девамында келіп етмек мүмкін олачақ. Сафия Шукурова, Миллет үчін. Қырымда ең бұйык мұсылман ибадетханесінің құрыжылығы девам етмекте. Бүгін енді семен тішлер 90%-ға екінленді. Құрыжылар ічкі безе тувышлеріне кечтілер. Мехясла объектіні инспекциялі Русия Федерация Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбек зиярет етті. Құрыжылық мейданында іш бір вақыт тоқтамаймында бірден 2 кран ве 100-ден зияде ішчі бірәберлікте Дорт Минаре ве Джамиде Исас бинаның баш күллесіні тіклейлер. Июль месяц, я думаю, что минареты полностью должны быть готовы, 100%, но без, еще без кровли. А купол? Купол, я думаю, что не раньше конца августа.
Курудилық бір вақытта эпосы объектлерде алып барыла. Эршей график бойынша. Кожаман курудилықны Крым мусульманларының дене идаресі ве акимиет векілерін изарет етелер. Девлет думамен бұсы Руслан Бальбек қайды теке курудилық 5 Русия менценатларының ярдымы елекете. Ишлер Русия Федерациясының президенті имайысы алтында девам ете. Объект мүддетте тапшырала жақ деп ишандырами бұс. Это 21 апреля 2019 года, как раз-таки день издания указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. Строительство мечети ведется на внебюджетные средства. 5 благотворителей – это люди разных национальностей, разных вероисповеданий. Еще раз напомню, это два из них – это мусульмане, двое православных и один иудей. Джума Джаминын тікленуы Крым мусульманлары үчін чоқ бекленілген вақия. Оның құрудилығы Крым Руси еркенына кірген сон башланды. Шымды окунь күнден дүрберлеші векенглеші. Я не думаю, что в Крыму в период Украины когда-либо объекты такого уровня строились вот в такие короткие сроки. Поэтому могу сказать, это в целом в Российской Федерации первый опыт, когда строительство объекта полностью ложится на плечи отечественного подрядчика. Уверен, что вот этот опыт распространим мы по всей России. Мусульмане Крыма, крымско-татарский народ с нетерпением ждал реализации данного проекта. Поэтому сейчас то, что с каждым разом облик мечети меняется, видно, что строительство идет быстрыми темпами, это, конечно, радует. Крымның ең бұйык культ иншааты 6 бенгеде адамны сығдыра білежек. Бұ ер ярым адам мусульманларының яшайышында дини ве медини аятының меркезі олажақ. Султани Истакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмезджит районының инсанлар топлу яшаған ерлерінде актив шекілде бала бақчалар ве мектеплер құрула. Құруджылар ашықалар, чүнке епс объектлер бұсене эксплуатацияға тапшырылмақ керек. Федераль мақсатлы программа насыл дереджеде емелге кечірілген ақтан ебеті келіп қамыз. Бұ мектепні Марина микрорайонында яшаған 100-ден зияде сакин беклей. Бұл ве ярықлар сыныфлар. Бұ мектеп энзиманиве технологиялар бойынша құрыла. Объектның мейданлығы 30 квадрат метрін тешкіл әте, бұ тахминен 5 футбол мейдана. Бөле мейдан ән зиманеви спорт салонлар, тедбұрзалар ве мейданларына құрмаға имкен бережек. Коробка установлена на 95%, ведутся монтаж внутренних инженерных сетей, система электроснабжения, водоотведения и водоснабжения. Проблем нет? Проблем нету, укладываются в сроки. Бұ бала бақча есе бұ ғұрча қасабасында құрула. Оны кечкен сене тіклеп башладылар. Бұ бинада 260 бала тербелене жек. Оны сентябрь айында ачмаға планлаштыралар. На данный момент полностью каркас здания выполнен. Ведутся фасадные работы, которые выполнены на 80%. Осталось ее нанести структурную штукатурку и покрасить. Федераль мақсатлы программада әмді мүддеттен әвел құрылып біткен объектлер бар. Меселя Чоқурча қасабасындаки бала бақча. Ерлі сакенлер бұ объектіні 25 жылдан берлі бетледілер. Құруджылар оның сон кішлеріні екінлейлер. По городу Симферополю по федеральной целевой программе запланировано до 2020 года 36 объектов. Из них, я вам скажу, 23 объекта в местах компактного проживания. Это детские садики, школы. Также есть у нас строительство новых дорог. Это у нас вот так мечеть Фонтаны. Буквально 2 месяца осталось до завершения. Там порядка 5 километров дорог. На 2019-2020 год Каменка, Хошкельды микрорайон. Также порядка 3 километров дорог будет обустроено. В микрорайоне Марина порядка 1,5 километров дорог. Это опять-таки эти дороги уже исходят из пожеланий местных жителей. Бала бахчалар, ве мектеплер, экибен егрымынжи сенегеджи, ичсимаи ихтисади инкишав программасына бинаен хурулалар. Объектлер бусене эксплуатацияға тапшырылажақлар. Лиля Виджат, Магомед Нестуров, Миллет үчін. Бұйыл Русия сыныржылар өзіму тихасыз байрамыны қайд етелер 100 ел әвелсі тешкіл етілді. Сыныржыларының еш күнлері насыл кеті шаты ақта бұзым невбеті келіп қамызда.
Стартерның сесуви беспилотник окте санеде назвақы тамашна бойықтен бойық сөретала. Бойлелекнен авани зареты башлана арақамлы көз 50 километр радиуста ершені көре. Оптикови тепловизор ярдымы или епсі мақсадны танымақ мүмкін. Ведем наблюдение за командной машиной. Высота 250 метров, видимо, его четко. Патруль беспилотник лер мемлекет авакапуларнын хуруджилары олалар. Мында оларны Украина сынырны незарет этмек ичун хуланалар. Пилот-оператор векозеты джей ярдены дарейты илер. Ама машина узода вазифелерны мухтари незамда бедере были. Беспилотникны тапып, танып, ёх этмек колайде гэл. О, все, вижу, тихо. Хырымға хору ерден келмеге стегенлер үчін тар боғазда тек үч ел бар. Бу Армянск, Джанкови, Перекопке, Чуф ноқталары, Иркун оларны Узбенгеджи адам кече. Запрещенные грузы товары не перевозите? Нет. Оружие, наркотические средства, психотропные? Нет. Сынырда эрши яхшы бақылы автомобилерге айры жайдиқат илен ашалар, оларны бутон ли бошаталар. Сынырджылар ер бір бөлікні тешкерейлер, бунен бірге бақов 10-15 дақадан чоқа бармай. На сопредельной стороне особо не осуществляется должным образом осмотр транспортного средства, поэтому все основные усилия сосредоточены на этом пункте пропуска с целью выявления грузов товар запрещенных по Российской Федерации. Сахалда ясақ ительгеншилерны алып кірмеге тырышалар. Наркотиклер, селяви, арби, едеклерны, қырым көпеклері кечермейлер. Вот сейчас собака обозначила запах взрывчатого вещества, в данном случае тротил. Кинолог сейчас обязан ее поощрить. Сэлган Саньи Чинде Купек тратильно тапаунын бурну хохуну яхшала. Сыныр жолмахы чын кучуклерны доғанларындан алалар. Кинологнын бұрын джеймер или Купек ер бір бұйрухны бечерер. Сақланмаға имкен қалмай. Шымды сынырджылар ве Купек курорт мевсімге азырланалар. Яз башлағанынен Украина тарафындан юзлернен адам келеджек. Біршеге бахмадан хырым украинлер ичын эвел сықы бұр атлық ичын ең севілген ер олар аққала. Побережье самое шикарное. Мы на фиоленте, самая чистая вода, езде понырять. Так что Крым никуда не променяем. Дені сынры да яхшы көлетлене. Оны сэль хуруджылары бақалар. Катерлер, буксерлер, вегемелер, ир бір деніз милясыны тешкерелер. Работа такая. Кара деназнын акваториясы бұйык диқат алтында. Қырым көпір ачылған соны семында эркунь онлар жегемелер кече. Движение судов очень интенсивное. Порядка 50-80 судов в сутки. Собираются караваны. Также на юге место перевалки грузов. Суда следуют со всей России. Сейл хуруджыларының Мангус, Цобль, Марска, Бобуек, Сурятлы катерлеры бар. Қырым флотының флагманы изумруд серлевалы арби геме. Ардон атма, кучлю пулеметлар, веземаневей локацион системалар. Бойлей гемелер Қырым акваториясыны илкіде қоруылар. Ерде, вода, веденізде, ешіл фуражкалар, геджи, кундус, яс, қыш, девлет сынырларыны имай етелер. Русия сынырджыларыны епсі иклим зоналарында қызмет етелер. Джинюби субтропиклерден Арктик сахраға барғанжы. Бұзым сынырларымыз яқшы көлетленген. Арзы Хасьянова, телеканал Милет. Бір соғақның учады бар Бұғырча қасабасының сәкенлері шашыладжа қалға ұғырадылар. Инсанлар өз евлерінде прописка олмаға чәретті апмайлар. Бұнен берабер емде еларының ярамай, алы сув еқсызлығы ведегер меселелер. Чешіт инстанцияларға мұрайжатлар ярдым етмей. Сәкенлер Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің қабулына келділер. Тавсилатлар Левхамызда. Ерлі сәкенлер әр күн бөлі елда юрмеге мечбурлар асфальт олса бөлі, ама машынанен кечмек ағыр жаяв юрмекесе да зеді. Күндіз іч олмады мәпісі чүруқлар көрінеге жейсе бұл меселелер тек арта. Бұйыл Бұғырча ведачны қасабаларыны бірлештері яқын ерде мектеп. Мында балалар әркүн қатнайлар ожалар бұл меселені чезмек үчін қарар алдылар. Девлет Дума мебусы қабылына келіп, о ерлерде юрмек ағыр олмақтан ғайры қафылды олғаны ақта бүлдірділер. Ел қожалық департаментының векілі айтыке бұйыл бұйынжа әнділей қасмета весе қалар бар бұл сене еп мағава де әттелер. Проходим заново экспертизу на капремонт этой улицы, соответственно, сумма увеличится, соответственно, там будут предусмотрены устройства лотковой части для отвода ливневых вод. Соответственно, в этом году этот объект должен быть сделан.
Бусе пахотная сухага. Он и МД фермерская де подлайлер, дабыр ад дачная. Эвеллеры сухахлар, адлары или меселепи да улмайды. Ама эйки ел эвельсы дачная дыны лягу эттелер энды бұркач куранта осевлеріне прописка ула бүлмейлер. Я ходила в госадминистрацию, 503 кабинет, я хожу 16 года. Значит, в конце 17 года 503 там работал, значит, Василий Витальевич, он уволился, этот парень. Он, значит, говорит, что в конце декабря 17 года будут публичные слушания по этому вопросу. Но публичных слушаний до сих пор не было. Бумиселяны Ахмеджит Шер Шурасанын рейс муавины чизмеге вадеете. В кратчайшие сроки, ну, проведем по процедуре, как там можно провести публичное слушание. Девле думами бусы эменке. Бойле миселелер инсанлар вякими ятарасында субет олмаганы себебінден пейда ола. Недостаточное вот, наличие коммуникаций между жителями Крыма и жителями Симферополя и администрации. Поэтому необходимо вот на это внимание уделять больше. Вот что касается присвоения звания, то есть есть определенная процедура. Необходимо будет инициирующее обращение людей на имя главы администрации. Также, ну, не вижу в этом проблемы. Это сугубо процедурная, техническая часть работы, она будет произведена в срок. Бундан Хайреми бусынын кабылына Ахмеджит районы Добрая Куйонын сакинлеры де мурадят эттелер. Уларнын сухагында ышык йох. Руслан Бальбек район мемуретіне сакинлерны Курушевге Давет Атмегетов сие этта. Бүгін МД миграция ақта суалер сеслендерілді. Меселелернің эпосыны мебус шахси незаретіне алды. Бойле гражданлар кабылы эр ай кечерілі. Нариман Тарсинова, Бе Дмитрий Низовой, Билет телеканал. Бахчысырай районы Сюрташ Куйнын жемісі яқын ерлешкен топраға ұқуқ берген весқаларыны елде етеджек. Енді сәкенлер бұй ерде ефтарлар кечере білейлер. Емдияны Абдестхане пейда ола жақ. Бұлар епісі Девлет Дума мебусы Руслан Бальбекнің ярдымы еле япылды. Тавсилятлар еле Нариман Тарсинова. Сюрташ Куйнын жемісі чоқ бекленілген объект олды. Оның тікленілмесіні сакенлері 25 ел беклядылар. Бір сене әвелсі ерлі сакенлерінің арзулары еріне кетірілді. Меценат өз параларына жәме құрды. Бойле бақшыш сакенлеріні әлбеті қувандыра. Ама Куй шурасы топрақны тек жәме үшін айырды. Яқын ерлішкен территорияны есе ерлі кемет бермеді. Руслан Исмаилович сам с его командой нам помог, были спорные вопросы, как бы нашли общий язык, и теперь уже таких спорных вопросов нет. А какие спорные вопросы? Что за? Да просто, да, просто не хотели давать землю под джами, чтобы не было двора. Сами, видимо, не понимая того, ошиблись, а потом как бы пришли в себя и нашли общий язык. Все нормально. Суаль тез чизылды. Куру жылық үчін рухсет бар. Шынды тек весіқаларны алмақ қалды. Әнді жәменін тахминен 10 сотка ері оладжақ. Бұ ерде ифтарлар кечерілмесі үчін бина Абдесхане виминаре құрмақ мүмкін оладжақ. Вот мы, в принципе, нашли компромисс. Будет снесен этот косогор. Будет постоянно, это построена опорная стена. За счет этого увеличится территория этой мечети. То есть это от 6 соток. То есть как это будет в конечном итоге рассчитываем, то есть около 10 соток, может быть, и больше. Июнь айында энді керекле объектлер курулы башлана джак. Сакенлер пара топламаға қарар алдылар, ама мебус ишандырдыке. Керекле эрши бюджеттен тыш параларға курула джак. Каждый месяц села будем собирать какие-то деньги. Ну, бетон зальем, там, что надо, какие-то материалы. Мы вне бюджетные средства. Да, готовы на себя это взять, эти затраты, чтобы люди, ну, не несли на себе нагрузку. Бахчысырай район шурасының рейсі қайты тек яқырымда культ иншатларға ер айырылуы меселелері сық рас келе. Бусуальтап Украина дәвірінден қала, амашындыки акимиет жәмелер үшін берілген эпосы топрақлар яқын вақыта ресмелештері жек деп ваде етте. То, что мы забили земли под строительство, это хорошо. Но когда есть подрядчик, есть заказчик, есть генплан, конечно, это проще. Это, ну, сегодня в правом поле Российской Федерации никто не начинает работать, пока не будет этих всех правовых документов. Документы о завершении строительства сейчас в данный момент находятся в ГАЦКе. Хотя уже прошел первый отказ. Я думаю, надеюсь, это вмешательство будет. И как с нашей стороны, потому что у нас больше сейчас проблемы с землей идет. Потому что старые мечети, они вообще бесхозные. Ну, Аллах смитеце, я думаю, этот вопрос тоже будет закрыт. Мечети в Крыму много, и каждому сегодня надо руку помощи провести.
даже если это будет поэтапное финансирование, понятно, что Башсарайский район в стороне не останется. Ну, Аллах смитеце, я думаю, этот вопрос уже закрыт. Нам останется только сюда приехать на праздничный хаве, который уже действительно, она уже придет, приобретет свой облик настоящий. Ну и работа на этом не останавливается, потому что только на территории Башсарайского района еще не початый край работы. Нужно еще ряд мечетей приводить в правовое поле. Июня айының соңында Мукаддес Рамазан айындан ве ораза байрамларындан соң куруджылык башланачак. Демек уйде дабыр меселе чезилечек. Нариман Дарсинова, Вия Кимбекиров, Милет телеканалы. Ишек судны Чебахмах, деве кушнан емыртасында намлет ашамах ве ишек устынды кезінмек. Кырымда бойлы ерлер, яне ешел туризм популяр олмақта. Экотуризмның насыл чешетлер олғаны ақта мұқберымыз Айше Шулакова біле. Бұл кечік ешекнің ады Рамзес, оның әджидатлары Самолиден. Ләкін о Бақчысырай районында доғды. Бұрусиеді Самали ве Нуби джинсларыны остүрген екене фермадыр. Узун кулаклы айван үстінде манзаралы ландшафтлар бойынша кезмек. Маршрутның эсас кысмы ешеклер үстінде Королес Вадисының ефсаневи сфинкслер этрафында кезінті. Экскурсия біркач сатқа сүре. Туристлер Мангуб дағының вески Кермен шерінің дүлберлігіні сейрете білелер. Хорошее животное, хороший воздух, хорошая вообще такая обстановка. Султанларыға чевірілмек имкяны баллардан ғайры бүйіклерге де беріле. Язда узун кулақлы айван 180 килоға қадар юк көтере біле. Кышта есе 200. Эшекні яқшы айдағанларға есе эшек айдавчысы шәдетнамесі беріле. Все приезжают сюда с сомнением, что осек это упрямое, глупое животное, которое надо бить, погонять, чтобы он хотя бы двигался. А после посещения фермы у них уже немножко меняется впечатление, потому что это добрые, отзывчивые животные. И очень аккуратно. Кезінтіден сон гурманлар үчін дегустация ола біле. Мында эршей эшек сүтінден. Сүт коктейлері ве пек файдалы пенар. Мутихасыслар эминлер. Бу эм лезетли, эм файдалы. Бұй сияқ межіт янында ерлешкен деве құшлар фермасы. Чөлі Қырымда Африканың кичік парчасы. Мұнда четел деніз құшларыны насыл асралғанының көрмек мүмкін. Емді деве құш юмұртадан амлет ашамақ имкяны бар. Здесь демонстрационные экземпляры, скажем так, потому что они не несутся в условиях активного, так как люди постоянно к ним проходят, кормят, гуляют, играют. Их нужно изолировать для того, чтобы они были в покое. Тогда они производят наш основной продукт, это страусиное яйцо. Ферманың хадимлері тенбейлейлер. Балабан кушлар имкянлары олғанда тышлейлер. Меня зовут Остапенко Екатерина. Ешіл туризм Қырымда ел-елдан популяр олмақта. Мұнда тек ялы бойында ятмақ үчін келгенлерден ғайры, шер давушындан ве қасеветлерден қачқанлар раст келе. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үчін. Ақылдаме салер чезмек. Емде бұ баларға калькулятор керекмей. Бақчысырайда менталь арифметика бойынша олимпиада олып кечті. 80 бала топланып, өз қабілетлеріні сынадылар. Интеллектуал көрешінің Нариман Тарсинова көрді. Бір маналы, екі маналы, үч маналы. Бұ ата бүйіклер үчін ағыр мисалер. Ама бұ балаларға оларыны чезмек үчін іч бір шей керекмей. Тек ақыл, пармақлар ве тасавур. Менталь арифметиканың сыры жапон эсаплары абакус балаларға дерслерінің башында беріле. Веттек баш ве эмир пармақлар қуланыла. Арекетлерінің эпос автоматизмге севесіне кетіріле. Бір қач вақыттан сон бала абакусны тасавур етіп, месалерні чезе. Очень нравится заниматься менталью, потому что там много заданий, и они очень интересные. Сонки еларда Қырымда арифметика, рахбетле ола, мутихасысларнын малюматына көре бу оғрашув, мейнін әкі ярым, көре сыны де инкешав әті. Мутихасыслар айтқанына көре мында логикадан ғайры хайялда ішлетіле. Олимпиадада балаларға тек әкі вазифе беріле. Секызда қада абакус іле чезув, да секызысе ақылда. Бұл вақыт девамында балалар 65 вазифені чезелер. Первая олимпиада. В дальнейшем мы планируем зимой провести вторую олимпиаду. И детей, которые займут первые, вторые, третьи места, также самых одаренных детей. Но у нас они все одаренные, честно. Мы даже не знаем, как их оценивать, потому что все дают просто колоссальный результат. Ну, всех самых сильных мы заберем и отвезем, ну, повезем в Москву на Всероссийскую олимпиаду по ментальной арифметике. Беш яшлы Сулейман. Мектепке тек азырлана, ама энде бүйіклерден яхшы жасая у олимпиаданың эн кучук иштирак чысыла. Расскажи просто, как ты считаешь? Вот как ты считаешь? Уви и на
еще прыгающий. То есть на компьютере и на телефоне. Балалары чун тишкелячилар, а какой байрам тишкелятылер. Жюри азалары нетиджилерны чикарган вахыта иштиракчилер или аниматорлар ойнайлар. Суперчемпион намы Казанмах үчін 24 бала ярышлашты. Иштиракчилер да кушма вазифелерны чезмек кереклер. Бу олимпиадада экенче сынып талебесі Риана Галибена ел олды. Идем, Риана, держи это твою. Она гироскутер бакшыш эттілер. Ве о эн кучлю деп танылды. Нариман Тарсинова, Виталий Голубев, Милет телеканалы. Қырымда кераз жиылуы башланды. Эркунях мезжит янында эрлешкен тек борбақчада 5 тоннадан зияде бейма жиыла. Умумен аграрийлер 125 тонна береке топламаға планлаштыралар. Мұхбиріміз Айша Шулакова кераз жиымасында іштирак етті. Бу бахчада иш саба 7:30-да башлана, иш кайнай. Кераз жиывчылары Кырымнын бир кач районундан келелер. Тази ава ве яхшы айлых бу эпосы хадимлерны желпете. Елена Цибулька бу бахчада 3 жылдан берли чалыша. Айтаки, кераз ось тазелегыны жоймасын деп, оны мукайтлыхнен жыймах керек. У нас черешня собирается с кольчаткой, чтоб нигде не было ни гнилого, ни червивого, ни бита. Ну, чтоб бит у нее красивый был. Бохмешит районының Софиевка көйінде ерлешкен кераз бақчасы. Оның яшы 30-дан зияде. Мында тап совет деврінден қалған кераз чешілері осе. Мумен бұ 9 чешіт. Яқында 1-й майская деп адланған кераз чешіті жиылып бітті. Оның берекеті 1 гектардан 10 тонна. Шымды есе русская адлы кераз чешіті жиыла. Майыс чешітіне баққанда от атлыча ве әтліче. Бусени аграрийлер юздин зияда кераз берекетыны топламаға ниет этелер. Бутереклер совет схемасы бойынша сачылғанына ве яғанақлар аз олғанына бахмадан. Начался с 15 мая и закончился в первых числах июля. То есть сбор будет такой растянутый. Это хорошо тем, что все сорта не созревают одновременно, да? А мы можем в сроки убрать данный сорт, перейти на следующий, который подходит следом за ним. Мой сенын территориясында кераздан ғайры да юзлерже башқа тереклер осе. Бу эрик, алма, вес шефтали. Иш эр вақыт чоқ дайма мутихасыслар керек. Нам требуются плодовощеводы, механизаторы, слесаря по ремонту сельскохозяйственной техники. Конечно же, эта работа требует любви к земле, любви к своему труду. Девамында бүтін берекет ярымадада сатыла. Кырымның сыжақ күнеші алтында ве илячсыз остырылген кераз Русияның башқа регионларына ойле де барып етмей. Оның үчін экологик жиеттен темыз мақсулат Кырымда дырхала. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үчін. Кырым чеши тренклернен гуледы. Сапсары рапс хырмызы хаш-хаш ве гүлгүле гүль чечеклері. Бахчысырай районында эфир яқ гүль чечегі джиюв мевсімнің қызған вақыты. Тарлаларда онлар джейнсанлар чалыша. Мұхбермы Софи Шукурва қоқулы гүлінің джимасына қошылды. С первыми лучами солнца сюда на плантацию 25 гектар вышли труженики села Тургеневка. С 4 часов утра, пока еще есть роса, они собирают лепестки ароматные розы. За месяц планируют собрать 50 тонн. Гулья прачыхларны күн атқанда джиып башлайлер. Бу вақыт ава темес ве сувнен толу. Сатонлардан сон эфир яғы учуп кете. Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца. Никто не загородит дорожку молодца. Айны были тюрку или 33 йыл девамында Вера Исаева тарлада чалыша. Оэнды теджребеле джиювджи. Озешыны сыр тутмай 80-е яхынлашам дей. Узах омернон сырыны гульнен баглай. Дышится тут хорошо. Вот думаешь, и не пошел. Ну, дышится хорошо. Все, вроде бы как отдыхаешь и рвешь розочку. Да вот бабка рвет, рвет руки. Вот ах, того гимнастикой позаймется опять. Гулья прачыхларны тазе чечеклерден элнен хопаралар. Тежребеле инсанларнен берабер гульны ильк сефер джиханлар да бар. Мусульманлар үчін ораза тутмақ да кедері етмей. Гуль джиювны олар памуқ джиювнен қаяслайлар. В Узбекистане хлопок собирали, а здесь собираем розу. Розу приятнее. Во-первых, погода приятная, климат это... В Узбекистане же то жара, то холод был, ну, как осень уже было, это и в морозы собирали, а здесь тепло, хорошо, прохладно,
Ну и пахнет приятно, конечно. Эфир ях гуль тек хырымда осе. Бу хырым кунешынин бағлы. Ярымаданын тек 100 гектарларында гуль чалылары осе. Жиылған гульлерден косметика япыла. У Русиядин гайры четел мемлекетлерде де популяр. Она уникальная, потому что расположена в Крыму, под нашим солнцем, в нашей степи. Тут рядом море, вот через горку. Она впитывает в себя эти чудесные ароматы, эти солнечные лучи, и потом отдает их людям в виде эфиров. Спрос на косметику и продукцию на основе розы настолько большой, что плантации уже необходимо расширять. А заказы поступают не столько из России, но также из Казахстана, из Беларуси и даже из Китая. Мутихасысларнын тахминлерне көре гуль да эки уч авто ачачак. Айны бу вакыт хырым ярымадасы хырмызы түслерге чевириле. Хаш-хаш чечеклери туристлерни первасыз калдырмай. Эн азасы чечеклеринин ачылу вакытыны фоторесимлерде чекип етишмектир. София Шукурова, Магомед Несторов, Миллет үчүн. Онлар же уникаль кокулы ве шифалы сумлеклер. Кырымкой хожалагынын илмий теткык институты озефир яғви иляджи сумлеклерні тақдим етті. Коллекцияларны бақмақ үчін тек ерлі мутихасыслар дегі үлде, Русия теткык ачылар де келділер. Нетижелер ве янылықлар ақта бұзы мұғбіріміз Лиля Виджат. Обалдеть. Обалдеть. Аромат. Весь запах, аромат. Восхитительно. Очень, да, очень. Очень приятно. Ось хокусы или кырымнан гуль чечегі эркезна айрете қалдыра. Бу онын япрақларында олған эфир яғларнен бағла. Ама бу хоку афсуске чоқа бармай. Гуль 20-25 күн девамында ача. Интересное место Крымская роза. Мы давно слышали об этом месте. Вот пришлось здесь побывать. Прекрасные посадки. Бұйсеев саневи қарабаш от, яне лаванда гүллей. Оның эфир яғлары әм қоқылы, әм де пек файдалы. Бұл мадде ашқазан, жигер, үшін доғырта, сыныр кергенлігіні әксілте. Ну, это, в принципе, бренд Крыма. Не один, не, я так беру, зерновые растут везде, эфироносы нет. Благодаря природно-климатическим условиям Крыма, вот данной культуры в СССР было 4500 гектар. 2500 было в Крыму. На сегодняшний день ее осталось только 1000. Но это и в основном парфюмерно-косметической промышленности, медицине. Это незаменимое растение. На не сельбия, юшан, кишнаш, отлара, бинденция, денумине, вейюз, элли, чашот. Булар эпосы Крымда оселер. Селекционерлер үчін бу ақықы джен нет. Крымда еді бинге, яқын иляч осюмлеклера бар. Бу эксперименталь мейдандар. Оларнан урлухларыны чешит лабораторияларға юлайлар. Вижу здесь огромнейший потенциал для того, чтобы экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью, именно продукцию эфирно-масличных культур, на зарубежные рынки. Зерно производить могут все регионы Российской Федерации, а эфирно-масличные культуры только Таврида. Кырым осюмлеклері эпосы сағылыққа ярдым кетерелер. Алимлер эфир яғлы осюмлеклерінен яны тарафларыны угренмеге девам етелер. Лиля Виджат, Вякин Бекиров, Миллет үчін. Бұл көбі медене вемелі чізгілерінен толы оған ноқтада хабирлер автопрограммасы сонуна келді. Көршмек өзіре сағылық нен қалыныз.